второй год подряд «Юных дарований» собирает на сцене фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». В музыкальной части конкурса, получившей название «От Моцарта до джаза», приняли участие юные духовики и ударники, народники и пианисты, вокалисты и ансамбли. Более 180 заявок мы получили на участие в конкурсе, в фестивале. Даже были заявки из других областей, из других регионов. Мы этому тоже очень рады, потому что развивается география, популяризация музыки происходит все больше и больше. В этом году в фестивале принимают участие не только воспитанники детских школ искусств, но и ученики домов культуры и досуговых центров. В Видновскую ДШИ съехались музыканты из Развилки, Дроздова, Горок Ленинских и поселка Володарского, а также из соседнего Подольска. Много привез детей. Вот. Хотел бы, чтобы детей всех показать разные инструменты показать. Ну, соответственно, чтобы дети немножко почувствовали, какой есть уровень, увидели других детей. Это очень важно для роста ребенка. 11-летняя Катя Иванова из Подольска на «Лови волну» приехала уже во второй раз. В прошлом году ей удалось завоевать сердца строгого жюри. Надеяться на победу она и теперь. Я сыграла цветочек на кларнете. Это духовой деревянный инструмент. Там наполовину классика, наполовину джаз. В фестивале приняли участие более 100 учеников Видновской детской школы искусств. Конкурсы, они нужны для того, чтобы потом тебе сказали, какие ошибки, чтобы на них исправляться. Еще исправляться, дальше учиться, и чтобы быть выше и круче других. Чтобы развивать технику, чтобы смотреть, какие у тебя достижения хорошие, чтобы принимали другие учителя, смотрели, как ты занимаешься. Строгое жюри внимательно оценивало выступление каждого юного музыканта. Здесь оценивается, конечно, качественное исполнение произведения, профессионализм, ну и также поощряется артистизм, какое-то желание, воля к победе. Все это видно, и жюри отмечает вот эти достоинства. Все выступавшие на сцене в этот день получили дипломы участников. Ну а общее награждение победителей фестиваля «Лови волну» состоится 10 декабря во Дворце культуры города Видное. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Спасибо.